Видео сделано при поддержке моего телеграм-канала. Ссылочка находится в закрепленном комментарии. Окей, я вернулась домой. Теперь мне нужно проверить, все ли в порядке с парнем. А, сцена! Место, где все началось. До сих пор кажется, что это было вчера, когда мы впервые встретились. Ладно, хватит вспоминать. Надо сосредоточиться на нем. Почему я чувствую какой-то ужас? Здесь жутко тихо. Окей, наши комнаты. Обычно я иду в свою, но я, наверное, еще нужна парню. Что это за записка? Нет, нет, нет! Я должна была попросить кого-нибудь присмотреть за ним! Никак не мог этого изменения, которые я внес. Я помог ему. Теперь никогда он не почувствует боли. Я освободил его. Прошлой ночью мне приснился странный сон. Речь шла о прекрасном паре, которые очень любили друг друга. Потом мальчик пропал, и девочка тоже. И теперь это был конец мира. Смертельный удар, и все это за простых ошибок. Если бы сил было достаточно, чтобы вести вас на мысль, представьте себе, что будет, если они узнают об этом. Они никогда не простят тебя. Вы никогда не простите себя. Вы до сих пор не знаете, и я готов помочь вам в решении этой проблемы. Сдавайтесь. Покончите с собой. Отдайте свое тело и душу. Вам никогда не придется испытывать боль. Заткнись уже! Возможно, я у тебя в голове, но ты не можешь управлять мной, солнечный мальчик. Thank you.
разговариваю с такой аномалией, как ты, странно. Ты, безусловно, интересный человек. Ведь изначально мы думали, что тебя невозможно вылечить. Вот ты здесь. Похоже, ты вновь обрел человечность. Лишенный клеток, который испортил твое тело и разум. Ты знаешь, что это значит? Ты свободен!